Дорогие друзья, здравствуйте! Я рад приветствовать вас на программе «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с опытом нашей гости, мы сможем прикоснуться к страницам Священного Писания, и, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые вы прислали к нам на программу. И предлагаю в самом начале пригласить Бога и попросить Его благословения на этот эфир. Помолимся. Отец наш Небесный, слава Тебе, слава, слава. Мы снова дышим, видим, мы живем. И мы имеем еще одну прекрасную возможность сегодня рассказывать о Тебе, делиться опытом, как Ты отвечаешь на наши молитвы. Мы так благодарны за эту возможность, которую Ты нам даришь. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, и все, что будет происходить в этой студии, пусть будет для Твоей славы. Ведь Ты, Бог, любящий и заботливый, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами, а также словами благодарности нашему Богу. Прямо сейчас вы можете написать нам внизу под этим видео в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. И пусть мы не сможем прочесть те просьбы, которые придут во время эфира сегодня, но мы обязательно будем молиться о них и передадим наши молитвенные группы. И еще. Если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир будет благословением как для нас, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостью сегодняшней передачи Наталью Дмитриенко. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Откуда вы родом? Трудно сказать, откуда я родом, потому что родители мои были служителями, отец был пастором, и мы очень много переезжали. Угу. Но когда я родилась, на то время родители служили в Лозовой, это Украина, Донецкая область, да. А мама приехала в Ростов, и я родилась в Ростове-на-Дону. Наверное, у бабушки с дедушкой, да? Дедушки на то время уже не было, но там жила бабушка и моя тетя. Ага, да, ну... И получилось так, что я уже начинала самостоятельную жизнь, тоже уехала из Ростова-на-Дону. Родители служили в Ростове-на-Дону. Ага, вот. Ну, получается, у детей служителей в то время моя родина – Советский Союз, да? Да, так и было. Мы жили в Армении, мы жили на Поволжье, мы жили… И в Украине, как вы сказали, да? В Центральной России. Угу, угу. Понятно. Ну, а как давно вы здесь живете, в Сакраменто? В этом году было 18 лет. 18 лет. Вау, ну это здорово. Конечно же, вы уже освоились, у вас уже и работа, и быт, и все уже устроено, да? Возможно, да, бытовые вопросы, да, но, наверное, всегда для нас... Есть к чему стремиться, да? Да, конечно, к чему стремиться, чему учиться. Угу. Этот процесс, наверное, никогда не закончится. Конечно. Итак, вы сказали, что вы родились в семье, в пасторской семье, в семье верующих, да, родителей. Но, тем не менее, вы помните, сколько вам было лет, когда была первая осознанная молитва? И что подвигло вот к этой молитве? Помните? Можете сказать? Да. Это сложно. Да, я... молились мы всегда, сколько я себя помню. Но я, наверное, все-таки помню мою первую молитву, отвеченную молитву. Мне было где-то, наверное, 5 лет, и у нас в гостях была бабушка. Как обычно водится, бабушки приезжали, вязали носки, штопали, латали, шили, помогали. И бабушка что-то делала с иголкой, что-то шила, и она потеряла иголку.
Ага. И она была очень этим обеспокоена, и мы все пытались искать эту иголку и не могли ее найти. Но это страшно, чтобы никто не укололся, да? Да, и я помню, как сейчас, что я залезла под стол, и я там помолилась горячо, чтобы Господь помог найти иголку. Я вылезла из-под стола и увидела эту иголку на полу. Да вы что? Да. Ну, с иголками... Я запомнила этот опыт. Я не сомневаюсь, почему? Потому что с иголками я сам помню детство. Мне тоже мама всегда говорила, иголка, потерять иголку – это самое страшное. Да-да-да. Я представляю страх вот этой пятилетней девочки, да? Ну, меня, наверное, больше волновал страх бабушки, потому что я до конца не понимала всей серьезности, а бабушка переживала. Угу. Ну, а скажите, кто в вашей жизни вот для вас был примером вот молитвенника, вот на кого вы, может быть, хотели быть похожими? Ну, однозначно огромное влияние оказала моя семья, потому что мои родители были верующие. Наши родители, когда мы росли, они вечерами собирали нас, мы читали вместе, мы очень много пели, у нас были любимые псалмы, любимые песни. Мы могли петь и петь и петь. О, это вот, здорово, и классно. Мы много читали. Конечно же, огромное влияние оказал мой отец, который был искренне верующим человеком, который любил Бога, любил людей. И на моих глазах я видела, как он был близок к Богу, как Бог вел его, как Бог отвечал на его молитвы, и как он доверялся Богу во всем. Да. Это, возможно, даже неосознанное влияние, но... Да, родители, след. Конечно же, обязательно родители. Ну, а папа, так как он был пастором, это всегда... Еще большое влияние оказала бабушка Вера Николаевна Титаренко. Угу. Не так давно на передаче была моя двоюродная сестричка, она говорила о ней. Я могу тоже подтвердить. У нас был немножко, может быть, другой опыт, чем у Елены. Мы тогда были детьми, и бабушка наша... Она теряла зрение, у нее была катаракта. Она очень любила читать. Она читала Библию, она читала книги из серии «Великая борьба». Да. И для нее было просто катастрофой, когда она не могла читать. И она просила нас. Я даже не знаю, возможно, она что-то имела в этом в виду. Конечно же, и это имела в виду. Она просто просила, и мы не могли ей отказать. И мы прочитали вместе с ней много книг, мы читали Библию, ее любимые места Писания, многие тексты мы выучили вместе с ней. Она даже такую игру для нас придумала. Она, допустим, говорит текст из Библии, а мы должны сказать, где он написан. Или наоборот. Мы говорим текст из Библии, она должна сказать, где написано. Вот... Бабушка использовала, конечно, недостаток своего зрения. Вот, использовала в правильном направлении. Да. Слава Богу. Это все оказало большое влияние. Да, хорошо, спасибо. Ну а какой молитвенный опыт вы приготовили на сегодня? Я хотела бы поделиться сегодня тем, как Господь ответил на мою молитву, когда мне нужна была работа, скажем так. Это было где? Это было здесь или еще? Да, это было здесь, это было несколько лет назад. Когда у меня родилась моя младшая дочь, Никол, мне не хотелось отдавать ее в садик, но в то же время нужно было зарабатывать деньги. И я открыла детский садик у себя дома. Вот, и... Разумно. Да, несколько лет я этим занималась. Вот, потом поменялись обстоятельства, и Ника выросла, и мне хотелось чего-то другого. И я думала о том, чем бы мне заняться. И в то время у мамы были проблемы с глазами, и я возила ее в поликлинику, которая занимает, в этой поликлинике лечат сетчатку глаза. Мне всегда было очень интересно смотреть на эти аппараты, которыми они делали обследование, и как это все происходило. Мне это все казалось очень интересным. Мне сильно хотелось работать в той поликлинике. Я разговаривала с девчатами, они мне посоветовали, куда пойти поучиться. Я пошла поучилась, закончила. Я подала на работу в эту поликлинику, но по каким-то обстоятельствам у нас не получилось с ними. Я им звонила, я им отвезла резюме,
Потом они звонили мне, я не могла ответить. Потом звонила я им, они мне не могли ответить. И так вот. Ну, не судьба, да, наверное. Да, наверное, не это место было предусмотрено для меня. Но Господь дал мне другую работу. И это была работа в офисе, оптометри офис, с доктором, который делает eye exams. Это что, обследование? Да, который... Дает назначение, наверное. Который, да, определяет, какое зрение, какие нужны очки. Угу. Вот. И я работала вместе с ней, она меня взяла на работу, и это было место, которое нужно было для меня. Был ответ на молитву? Это был ответ на молитву, да, в то время. И как раз было то, что нужно мне. Доктор была очень хорошая, и... Как всегда, когда ты приходишь на новое место, очень много стрессов, волнений, ты чему-то учишься, ты многого не знаешь. Она мне всегда говорила: Наталья, не переживай, если даже и ошибешься, мы все делаем ошибки, это не страшно. И она меня всегда успокаивала. Хороший, в общем, человек. Да, она была замечательный человек, мне там было хорошо, я там многому научилась, особенно это была моя первая работа с англоговорящими людьми, там не было никого, кто говорит по-русски. И я там работала год, второй, наверное, третий год. И это был не очень такой busy офис. И однажды я сижу на работе и ловлю себя на мысли, что мне скучно становится. Хочется больше. Да, мне как-то скучно, и... Я уже все знаю, мне уже нечему учиться. Вот, ну, так я подумала. И не прошло и много времени. Я не знаю, может быть, несколько дней. Я прихожу на работу, и доктор мне говорит: ты знаешь, Наталья, я оставляю свою практис, я ухожу по состоянию здоровья, и на это место, возможно, придет другой доктор. Сейчас этот офис был в магазине Костка. И администрация Костка ищет другого доктора, кто мог бы взять этот офис. Это, конечно, был для меня гром среди ясного неба. Я тут же взмолилась, я сказала: Господи, мне совершенно не скучно. Я прошу тебя, позаботься, я уже согласна. Да, что будет дальше, кто придет, это... У меня начались большие волнения. Ну, процесс пошел, и пришла новая доктор. И, ну, скажем так, сразу она, не очень она мне понравилась. Но это было первое впечатление, и я подумала, что окей, посмотрим, что будет дальше. Эта доктор, она провела интервью со всеми, кто там работал. И из работников, которые работали на... Да, доктора, с которой я работала, она оставила меня и набрала еще других работниц. Кого-то она, значит, уволила, да, получается? Да, она уволила других женщин, меня оставила. И набрала новых работников. Вот, ну и начали мы работать. Вот, я, конечно, не очень хорошо себя там чувствовала. Мне не нравилось абсолютно все. Да. Я не знаю, было ли это предвзято или... Вот, ну, она была не тем доктором, который был раньше. Это был совершенно другой человек. Это была женщина, которая... Мне не нравилось, как она относилась к пациентам, мне не нравилось, как она относилась к работникам, мне не нравилась система компьютерная, в которой мы должны были работать. Мне не нравилось абсолютно все. Плюс ко всему, еще со мной работала девочка, которая была, ну, скажем так, annoying, по-русски, наверное, надоедливая, или как сказать. Она везде сунула свой нос, она делала то, что она должна была делать, и в то же время она была там, где я была, и что я делала, и она везде, она присутствовала везде. Меня это очень раздражало. Ну, молились хоть? А нет, на то время я молилась о чем? Мне это все не нравилось, я говорила: Господи, покажи мне, что мне делать. Я не хочу здесь работать, мне здесь нехорошо. Пожалуйста, покажи мне какой-то выход. Что мне делать дальше? Не так легко поменять работу, ну и эмоционально, это большие перемены. Вот, и я хотела
не просто так уйти и чего-то искать. Я молилась об этом. И вот один раз я находилась в офисе, это было воскресенье, у нас не было пациентов, по воскресеньям пациентов не было, но мы работали, офис работал, и я была в офисе одна, дверь стеклянная, и проходят люди, и я смотрю, что подошли к нашим дверям, подошла пара, мужчина и женщина, и они так стоят и смотрят на те signs, на те знаки, которые там висят, читают, смотрят. Я подошла, я открыла дверь, пригласила их зайти, я спрашиваю, как я вам могу помочь. Они зашли в офис и как-то так все смотрят и говорят, о, здесь сделали ремоделинг, все выглядит очень хорошо. Я говорю, а вы что, здесь когда-то были раньше? Они мне говорят, да, мы знали доктора Уэлкер, это наша, мы были друзьями. Это доктор, с которой вы работали первый, да? Да, доктор, с которой я работала. Ну, я стала о них расспрашивать, и эта женщина мне говорит, я, говорит, доктор, я доктор-оптометрист, и я работаю в Citrus Heights Casco. Я когда это услышала, я ей говорю, а вам не нужны работники? Я живу очень близко к вашему офису, мне так далеко сюда ездить, я бы была очень рада, если бы вот была возможность работать в вашем офисе. Она говорит, да, возможно, нужны мне будут работники скоро, особенно вы говорите еще по-русски, на русском языке. Я говорю, да, I'm bilingual. Она говорит, да, говорит, но я единственное, что я не хочу конфликта интересов. А что это такое, конфликт интересов? Ну, именно здесь связано с врачами, да? Да, дело в том, что доктора в этой системе Костка, они все между собой связаны. Они между собой общаются, и как бы один чтобы доктор... Чтобы не было перетягивания. Да, не было перетягивания. Вот, ну все, так мы поговорили, они ушли, и у меня сразу мысль, Господи, возможно, ты отвечаешь на мою молитву. Возможно, это ответ. Я продолжаю молиться, и я жду. Приглашение, да? Да, на я собеседование, жду, может быть, да? Чего-то жду, услышать чего-то. Вот. Но пока я ждала, я себе думаю, а что, если им нужны работники, чтобы работали в субботу? Пойду-ка я узнаю, и если им нужны работники на... Чтоб не было лишних надежд. Да, и я просто тогда уже не буду ничего ждать. Я иду туда. Встречаюсь с ней, и я говорю, что вот мы с вами разговаривали, что я заинтересована очень, но я хотела бы знать, в какие дни вам нужны, на работники. Какие дни работники. И она мне говорит, да, говорит, мне нужен кто-то, кто работал бы в субботу. Ну, я для себя поняла, что все, это значит не мое. Но я ей сказала, что I'm sorry, ну, по субботам я работать не могу. Но на всякий случай она взяла мой номер телефона. Ну и так мы расстались. Я вернулась в свой офис. Расстроенная? Да, я, ну даже я не знаю, расстроенная или нет, но я подумала, что я, наверное, ошиблась. Наверное, Господь не это имеет для меня в виду. И я для себя просто я помолилась и приняла такое решение, что я должна работать, я должна хорошо делать свою работу. Здесь, где я нахожусь, я должна любить тех, кого трудно любить, я должна смириться, идти дальше. А ведь вот когда пришли, вот эта пара, когда пришла, когда вы заговорили, ведь это было воспринято как знак Бога, как будто бы Бог такой знак дает. Ну, конечно, вот. У меня в душе сразу, я же молилась. А потом непонятно. Да, и сразу у меня вот такая вот надежда, какое-то вот такое радостное чувство, что Господь начинает, возможно, отвечать на мою молитву. Потом не было никакого такого осадка? Господи, ну что ж ты меня только зря вот, ну, как-то... Нет, нет, осадка не было, просто, ну, возможно, я не так поняла что-то. Ну да. Может быть, это какой-то другой сигнал, да? Да, может, это случайно. Вот, ну и все, я стала работать, и я себя так настроила, что мне нужно подружиться с этой девочкой, и я стала к ней как бы по-другому относиться, я пыталась завязать с ней дружбу, чтобы какие-то у нас были. И чтобы нормально работать. Да, чтобы нормально работать. Процесс пошел, полный процесс смирения, да, и вхождения в новый коллектив.
Коллектив-то новый абсолютно. Абсолютно. Вы одна новый. Остались, да? Да. Ну, как-то с остальными мне было проще, а вот с этой девочкой у всех с ней были проблемы. Ну, есть такие да, люди. Те девочки, они как бы Бога не знали. Ну, ясно, да. А я же христианка, я должна была быть... И хотелось бы оставаться христианкой. Конечно. Да, и на работе тоже. Конечно, да. Вы, очень многие, кстати, молятся об этом. Да. Вот, и ну, что, как дальше складывались? Все пошло опять своим чередом. Я работала, я уже больше не роптала, не в душе. Делала то, что должна была делать. И однажды мне позвонили. Я отвечаю на звоночек, и это мне звонит доктор, которая работает в Костке, и говорит: Наталья, вы еще заинтересованы в том, это чтобы... Это та доктор? Да. Ага. Вы еще заинтересованы в том, чтобы работать в нашем офисе? Я, конечно, и с радостью отвечаю: да, конечно. Но я говорю: вы помните, что я не могу работать в субботу? Она говорит: мы тебе дадим любые дни, какие тебе нужны, какие ты можешь работать. Слава Богу. Да. Только приходи. Я говорю: когда вы хотите, чтобы я начала? Она говорит: хотя бы завтра. Можно даже хоть завтра. Даже завтра, да? Да. Вот. Но для меня это, конечно, был явный ответ на мою молитву. Слушайте, что ж там интересно произошло? Вот так чисто по-человечески. Ведь она знакома была с тем доктором. Когда она сказала, что мне нужно на субботу, вы отказались. Вот какой-то все-таки процесс вот невидимый какой-то был, для вас невидимый, что она потом все равно же пришла к тому, чтобы вас пригласить. Ну, это была заинтересованность. Наверное. У них просто было, наверное, сложилась такая ситуация, что у них ушел человек, им срочно кто-то нужен был. Но я понимаю так, что этот процесс, он больше нужен был для меня. Да, как и для всех нас. Я поняла, что да, Господь иногда нас хочет чему-то научить, да, Он заботится о нас, мы молимся, мы просим, Он не сразу отвечает на наши молитвы, Он проводит нас через какие-то моменты, когда нам нужно смириться, нам нужно просто отдаться вере, в доверии Ему. И однозначно, просто жить с Ним, да? Да, и однозначно Он позаботится. И вы перевелись в тот офис? Да, офис Костка? Да, я начала... Который на Абурне, наверное, да? Да, да. Я начала работать там, и, конечно, это для меня благословение от Бога, потому что... Хороший доктор. Это она, очень хороший доктор, да, она и зарплату мне совершенно другую дала, и отношения, очень хорошие отношения. Слава, и да. она просто замечательный человек, она хороший специалист. Вот. И я думаю, что я тоже благословение для них, потому что там очень много приходит людей, которые не говорят по-английски. Ну да, особенно в этом магазине, там очень много русских, и много таких, как я, наверное, которым нужна помощь. Да, и я делаю свою работу, делаю добросовестно все, что могу, и стараюсь быть светом. Вот так, слава Богу, вот так вот Бог ответил, не сразу, да, Бог ответил интересными какими-то путями, так вот провел. Слава Богу. Спасибо вам большое за этот опыт, очень важный. Я думаю, многие, кто работает сейчас и имеют какие-то проблемы на работе, может быть, кто-то мечтает поменять работу. Что бы вы хотели сказать вот этим людям? Ну, я хотела бы сказать, что Господь наш любящий Отец Небесный. И у Него есть неограниченные возможности для... того, чтобы дать своим детям то, в чем они нуждаются. Сейчас очень много только что приехавших эмигрантов. Я понимаю так, что очень многие нуждаются в работе. И, возможно, не все сразу получается, но никогда не нужно отчаиваться. Всегда нужно помнить, что Господь, Он наш любящий Отец. Он всегда зрит над нами, Он заботится о нас. И в нужное время, в нужный момент Он даст то, что нам необходимо. Аминь, аминь. Спасибо вам большое, спасибо огромное, Наталья, за этот опыт, которым вы поделились. Но мы еще к этому, конечно же, вернемся. Друзья, а вам нравится общаться с людьми, которые всегда говорят загадками? Ну, с одной стороны, сидя на берегу моря или океана, под зонтиком, в удобном кресле. Ну, это так интересно, прикольно, как говорит молодежь. Можно пофилософствовать, тем более, что такого собеседника всегда можно понять так, как тебе нравится, ну, если не требовать конкретики.
Ну а с другой стороны, когда тебе нужен конкретный ответ, общаться с такими людьми, мягко говоря, очень непросто. А как складывается наше общение с Богом? Всегда ли Он конкретно отвечает на ваши вопросы в молитве? Если ответ Бога не совсем понятен, не вкрадываются ли у вас сомнения, кто отвечает? Мы же знаем, что на нас влияют две противоположные силы. Ну, самый известный библейский случай, когда Бог конкретно ответил на молитву, это история с Гедеоном. Конечно же, вы все помните. Гедеон просит знамения росы сначала на шерсти, а потом на всем вокруг, кроме шерсти. И Бог терпеливо и конкретно отвечает, чтобы не было сомнений. А вот в другом, тоже известном случае, Бог говорит загадками. А может, это мне так кажется? Судите сами. Это история апостола Петра. Он посещает уверовавших в Иисуса Христа братьев и сестер в Лиде и Иопии. Вышел он как-то помолиться. Давайте мы прочтем. Это записано в 10 главе книги «Деяния апостолов». Я прочту в современном переводе. «Петр, было около полудня, поднялся на плоскую крышу дома, чтобы помолиться». Интересно, о чем он хотел молиться? Может, о спасении соотечественников? Вы помните, как Господь ответил на эту молитву? Да, в видении на скатерти было предложено масса нечистых животных и птиц и так далее. Еще и голос. «Встань, Петр, заколи и ешь». Но разве это не разговор с загадками? Ведь после этого Петр объясняет абсурд сказанного. Вспомните, как он говорит, я прочту. Он спорит, говорит: «Ни за что, Господи, — ответил Петр, — никогда не ел я ничего поганого или нечистого». И снова донесся до него голос во второй раз. «Что Бог очистил, того ты больше не считай нечистым». И так три раза. Разве для еврея это не загадка? Ведь в библейском понимании нечистые животные, птицы и так далее – это вовсе не пища. Знаете, мне кажется, что на месте Петра я бы вообще усомнился бы, отвечает мне Бог или кто-то другой. Ведь, сверяясь всегда с сказанным, мы вспоминаем текст из Священного Писания. Вы помните хорошо наверняка, Исаия, 8 глава. «Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят, как это слово, то нет там света». Друзья, я восхищаюсь Петром. Он не сомневается, что Бог с ним разговаривает, хотя и не понимает его. Интересно, почему Петр не сомневается? Может, потому что через молитвы он уже знает, как говорит Бог, духом своим. И мы дальше читаем с вами в Писании, что тут Дух сказал Петру, продолжавшему размышлять о видении: «Пришли три человека и ищут тебя. Поспеши к ним, и без всякого сомнения иди с ними, ибо я послал их». И потом еще помните, как в доме язычника Корнилия Петр сказал: «Бог открыл мне, что никого нельзя считать поганым или нечистым». Друзья, а может быть, Бог и не говорил Петру загадками? Ведь посудите сами. Бог показывает животных на полотне, показывая животных на полотне, говорит как раз на языке Петра, в его состоянии.
Некоторые могут сказать, ну а почему он именно животных показывал? Но мы же читаем с вами вот здесь, я еще раз прочту. «Петр, было около полудня, поднялся на плоскую крышу дома, чтобы помолиться. Он был голоден и очень хотел что-нибудь съесть. Пока готовили поесть Петру, было видение». И вот прошло совсем немного времени, чтобы пазлы сложились в голове Петра. Может, и в нашей жизни нужно время для понимания ответов Бога на молитвы. И с каждым человеком Бог говорит на особом языке. Нашей гости Натальи, которая полагалась именно на закон и откровение, Бог помог по-особенному. Возможно, каким-то образом действуя в других и через других, это был лучший вариант. Может, не стоит сомневаться в Боге. И когда что-то непонятно, дать ему время и позволить ему разложить все пазлы. А вы сами что об этом думаете? Друзья, вы уже ознакомились с молитвенными просьбами, которые были показаны в начале нашего эфира. К сожалению, еще напомню, я не могу прочесть просьбы, пришедшие во время эфира, но мы обязательно передадим их в молитвенные группы и будем молиться о них. И сейчас я хочу пригласить нашу гостью и попросить ее помолиться о всех просьбах, с которыми вы уже познакомились, о тех, которые были отправлены в прямом эфире, но мы их не знаем, и о тех людях, которые сегодня, может быть, в сомнении, отвечает ли Бог на их молитвы и что делать дальше. Пожалуйста, помолитесь об этом, сестра Наташа. Наш любящий Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всей души за то, что Ты наш Бог, наш Творец, наш Создатель, наш Вседержитель. Ты, Господи, управляешь мирами, и Тебе есть дело до нас, до каждого сына и дочери на этой грешной падшей земле. Господи, так отрадно сознавать, что мы не оставлены в этом мире, в одиночестве блуждать. Но Ты, Господи, ведешь каждого из нас, Ты заботишься о каждом из нас. Ты, Господи, слышишь наши молитвы, и Ты, Господи, всегда отвечаешь. Возможно, мы не всегда понимаем то, как Ты отвечаешь. Но, Господи, Ты никогда не оставляешь безответными наши молитвы. Ты, Господи, знаешь все эти нужды, Ты знаешь все эти просьбы, которые были представлены здесь, на этой программе. Ты знаешь, сколько страдающих от разных болезней людей, нуждающихся в исцелении. Господи, даруй веру. Даруй терпение, даруй облегчение, даруй исцеление тем, кому Ты считаешь нужным исцелить. Даруй также и надежду тем, которые Ты не можешь ответить так, как этого они желают. Господи, мы просим Тебя также за тех, кто нуждается в работе. Ты, Господи, ответь каждому по его нужде. И дай никогда не сомневаться в Твоей любящей заботе. Господи, мы просим Тебя за нашу молодежь. В это серьезное время, в это страшное время, когда сатана особым образом пытается увести молодых людей от Тебя, я прошу Тебя, Господи, Ты храни каждого из наших детей, дай им веру, храни их веру и взрасти ее, и будь близок к каждому из нас. Благодарим Тебя за Твою любовь. Аминь. Аминь. Большое спасибо, Наталья, и за опыт, и за молитву. Пускай Господь продолжает вас благословлять, даровать вам радость и в работе, и в христианской жизни, побед. И пусть Господь благословит вас и вашу семью. Спасибо. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен Богу и вам за время, проведенное вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы».
До встречи в следующую пятницу, как всегда, в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит и хранит всех вас.